shortest year in history, scientists have recorded radical changes to the permafrost in Antarctica. The Pandora virus, a so-called giant virus with the largest genome size ever recorded. The crabs also display increased aggression, even towards larger predators. A striking new weather anomaly has claimed many coastlines around the world. NASA is examining these clouds to figure out... We've detected large amounts of an organic composite. So far, the sample doesn't match any of the DNA records we've compared it with. We all saw it! Those creatures coming out of the sea on that oil rig! The president has declared a national emergency... It's obvious that what we're dealing with here is a biological weapon. As of today, we are at war. It's taking their minds! I saw them walk right into the sea! Thousands of people! Thousands! The mist is gone, but the city is dead. The roads are broken. You must join one of the havens. Do not attempt to survive on your own. Доброго времени суток зрителям, священным гостям нашего канала. С вами Росси, и вы на канале Ролигейм Онлайн в рубрике Gameplay Let's Play. Ребятки, после долгого отсутствия решил все-таки попробовать снова вернуться на наш никому неизвестный канал. Немножко обновил свое оборудование в плане микрофона, в плане компьютера, и попробуем, что из этого выйдет. Сегодня мы с вами рассмотрим игру под названием Проект Феникс. Игра наподобие аналог, скажем так, XCOM, тоже инопланетяне, пошаговая система боя. Ну и соответственно мы сейчас с вами будем ее разбирать. Скажу сразу, что эту игру я приобрел в своем любимом магазине по цене интернета, то есть скачал на торренте, ну а вас я призываю все-таки, если вы пользуетесь играми, то лучше их, конечно, покупать, дабы поддерживать разработчика. Сейчас мы с вами пройдем обучение, посмотрим, что как выглядит по лору игры. Сейчас на дворе, скажем так, 2024 год. В 2022 неизвестная эпидемия захватила мир с помощью распространения ее через океан, через воду, далее воздушно-капельным путем через туман. Больше 95% человечества, скажем так, поддалось мутации и превратились в страшных зомби и монстров. В принципе, мы играем за представителей тайной организации проекта Феникса, которая занимается ликвидацией последствий, ну и борьбой, соответственно, с этими инопланетными существами. Я не буду читать субтитры, если они будут, как обычно, потому что я читать практически не умею. Ну, не буду вам портить ощущения от того, что вы можете увидеть. И не хочу, чтобы у вас кровь с ушей полилась. Идет загрузка, игра лично на моем компьютере грузится очень долго, учитывая, что она стоит на минимальных. Может, у кого-то компьютер получше. Молчу. I am the last leader of the Phoenix Project. If you are hearing this, I am most likely dead. But in happier news, a scarab has been sent to pick you up, and its artificial intelligence will take you to Phoenix Point. Get to it quickly and safely. Так, камера перемещения. Я, в принципе, не знаю, почему я выбрал именно обучение. Мы могли бы с вами просто поиграть в начальную миссию. Ну, да ладно. Так, в общем, тут все ясно, тут все понятно. Нам надо переместиться вот сюдышечки. Перемещение. То есть у нас тоже есть под контролем оперативника. У оперативников, как я понимаю, есть определенные варианты использования их, скажем так, скиллов, умений. Так, значки врагов, понятно, хорошо. Можно выбирать разных солдат, соответственно, занимать позиции, укрытие, следить за определенным, за определенной областью, скажем так, открывать огонь, если там кто-то появится. Ну, стандартная, практически стандартная система, как была представлена в XCOM. Так, выбор оружия. Выстрел из оружия. То есть, видите, автоматом выбрала цель. Давайте выстрел. Завалили мистера Краба, мы поэтому уже хорошо. Так, режим ожидания. Ну, все, в принципе, в данный момент, я думаю, вы ничего нового не увидите. Пандораны, это у нас бандиты, против которых мы боремся.
Как мы видим, есть система ранения по частям тела, как я понял, голова, руки, ноги, соответственно, то есть можно, если ранен в определенную часть тела, то потом, наверное, это как-то сказывается дальше на сюжетной линии, нужно будет лечить, без понятия, если честно. Так, любой объект на поле боя может обеспечить укрытие, блокируя путь снаряда. Однако солдаты могут использовать укрытие двумя разными способами. Давайте, короче, рядом переместимся. Be right there. Так, такой hard Russian акцент, как, наверное, у меня, хотя я вообще по-английски не могу разговаривать. Прицельная стрельба позволяет вам нацелиться на определенную часть тела. Давайте попробуем прицельную стрельбу. То есть есть просто выстрел из оружия куда-нибудь и конкретно... Так, часть тела. Значит, туловище. Это у него такой пулемет. А где у него голова? Это рука. Рука-установка. Нога. Наверное, без головы, прям как я. Туловище. А вот, блин, я думал, это маленький кусочек тела, это что-то типа головы. Ладно, давайте выстрелим ему в туловище. Если мы отключим туловище, то будет кровотечение, сила воли, максимум очков здоровья 20. Ладно, в туловище стреляем ему. Просто наказали его в туловище, мы молодцы. I'm on the move. Да, закончу. Чтобы полностью увидеть картину боя и принимать какие-то важные решения, я даже когда играю в шутер или в какие-нибудь другие игры, я всегда придерживаюсь тактики типа Rush B и просто бегу вперед и умираю как мясо, то есть там 50 на 50 или я, или меня. Так, наша цель — убить всех врагов. Теперь мы с вами можем действовать самостоятельно. Ну, как я предполагаю, он за укрытием, но давайте попробуем в него все равно пострелять, у этого парня. Так, выстрел из оружия. Ну, допустим, да. Давайте попробуем прицелиться в панцирь, в руку. Давайте наймем панцирь, чтобы наверняка попасть. Прячемся. Так, все, молодец. Выбираем нашего хлопца этого. Ну, мне кажется, более логично будет добить... Нет, я бы хотел бы другого, как бы. Ну, ладушки, хорошо, давайте этого. Будем стрелять ему в туловище. Туловище под панцирем, нету смысла. Давайте тогда ему в руку, в щит, в ногу. В панцирь, давайте в панцирь его. В упор. В упор его, в принципе, расстреляли. Еще есть один выстрел из оружия. Шикарно. Много очков. В общем, все, мы просто их расколбасили. Просто расколбас у нас получился, ожидание. Да. Мистер Краб нападает. Нормально, так он нам броню пытается снять. Но у него это не получилось. Давайте попробуем занять эту позицию и по мистеру Крабу пострелять. Только перед этим мы сейчас нашего бойца отведем. Чик. Так, теперь давай... Твой выход, девчонка, девчоночка. В щит, блин, плохо. В панцирь. По идее, она в панцирь попала. Сделаем передвижение. И нашим хлопцам его добьем. Давайте просто выпустим уже. Все, мы просто сейчас накромсали себе крабов на крабовый салат. Поэтому, в принципе, я думаю, мы уже практически с вами прошли игру и... Видео на это можно будет заканчивать. Игра, кстати, вышла 3 декабря сего года, то есть 2019. Так, что там? Посадите обоих солдат в машину. И что будет? А, это типа момент эвакуации. Хорошо, добренько. Мы разберемся. Так. Все в машину. Ага, вот. Я вижу, сесть в машину. Ну, в эту, наверное, что указать надо, в какую машину садиться. Ух ты. Круто. Даже если анимация, как мы садимся в машину. И сесть в машину. В эту же, да. В эту садись в машину, братан. Оп. Что-то он только задом запрыгивает. Наверное, чтобы подстреливаться, если впереди будут враги. Задание выполнено. Убить всех врагов,
пройти обучение. В общем, мы всех настреляли, получили опыт. Немножко забегу вперед, что в процессе прохождения мы можем находить свои базы, которые были растеряны очень давно по миру. Есть три ключевых фракции людей, которые каждая со своими законами, со своими понятиями. Это силовики, фанатики, которые поклоняются какой-то неизвестной богине, ну, которую они себе придумали, конечно. И там еще какие-то ребята, не столь важно, чем они там занимаются. Мы можем всем помогать, проводить расследования. Своих оперативников, понятно, есть система раскачки, мы можем улучшать, кастомизировать, введя разный цвет доспехов, вооружения, прокачивать их в плане уровня, типа повышать им характеристики, новые умения и так далее. Разные классы, как штурмовики, снайперы, танки. Ну, в общем, ничего нового. Единственное, что сеттинг сделан по вселенной Говарда Лавкрафта, ну, там, Ктулху, все дела, поэтому любителям, наверное, обязательно стоит попробовать. С вами был Росси, это был канал Rolly Game Online, игра Проект Феникс. Ставьте лайк или не ставьте лайк, напишите комментарии, буду рад. Надеюсь, я надолго, и мы с вами будем более чаще смотреть видео и быть на стримах. Всем спасибо, всем пока и до скорых встреч.